Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Південні лани». У студії працює журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні ми будемо говорити про молочно-товарне виробництво, а також якими шляхами можна зробити його більш вигіднішим для дрібних товаровиробників. Разом зі мною регіональний координатор Міжнародного благодійного фонду «Добробут громад» в Миколаївській та Херсонській областях Людмила Руденко-Кардаш. Ми будемо бесідувати про створення сімейних молочних кооперативів і про переваги, які можуть нести це і як для виробника, так і для переробника молочної продукції. Доброго вечора. Доброго вечора. Отож, розкажіть докладніше про проект створення сімейних молочних кооперативів і що це таке, і, зрештою, що нового. І що може бути вигідного для молочно-товарних виробників Миколаївської області? Прошу. Я хочу начать с нового проекта, который начал работать в этом году, в июле месяце. И этот проект, он выполняется при поддержке USAID, агентства США по международному развитию. И вот у нас есть информация об этом проекте. Называется он «Розвиток сімейних ферм, об'єднаних в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи». Дело в том, что этот проект является продолжением проекта по развитию молочных кооперативов, который уже примерно 3 года работает в Украине, работает в Николаевской и Херсонской области. И сейчас, в связи с тем, что повышается требование к качеству молока и необходимо помогать людям, которые живут на селе, занимаются молочным производством, помогать им выживать и помогать сохранять стадо. Потому что сейчас, конечно, тенденция такая, что не очень выгодно иногда держать коров, и люди зачастую отказываются от того, чтобы нерентабельно просто. Що таке молочний сімейний кооператив? Які форми? Що це взагалі? Як воно створюється? Що повинно бути? Давайте ми будемо различать сімейні ферми і молочні кооперативи, вірніше, це не молочні кооперативи, а сільськохозяйственні обслуговуючі кооперативи, у яких основне направлення роботи або одне з направлень – це молочне направлення. Сейчас молочные кооперативы в Николаевской области, их 3 кооператива. Это Березнеговатая, так и называется, сельскохозяйственный обслуговывающий кооператив Березнеговатая, кооператив, и 2 кооператива в Снегиревском районе. Это кооперативы «Молочник» и «Жменька». Херсонская область, она более активна в сфере молочной кооперации. Вот я как региональный координатор в 2 областях, у меня всего 10 кооперативов. 3 кооператива – это в Николаевской области, 7 кооперативов в Херсонской. Эти кооперативы пока в основном собирают молоко у населения и сдают его на завод «Данон» в Херсоне, который расположен. Один из самых таких продвинутых и самых современных заводов, и даже среди самих производств даноновских херсонское предприятие, оно самое такое современное. Когда же несколько лет назад началась такая тенденция по созданию семейных ферм, они становились просто, ну вернее, они уже были членами вот этих обычных молочных кооперативов, которые собирали молоко у населения. Но поскольку вы понимаете, обеспечить качество молока, когда молоко собирается просто по дворам, достаточно сложно, а переработчики, в том числе и завод «Данон», и, наверное, как и «Лакталис» Николаевской области, дуже часто нарекали на якість. Да, они заинтересованы в том, чтобы повышать качество молока, поэтому возникла идея, чтобы создавать новые кооперативы, которые будут состоять в основном из семейных ферм. То есть наряду с теми кооперативами, которые собирают население,
стараться создавать вот кооперативы и семейные фермы. Окремі домогосподарства просто самі утримували корівок і здавали ж їм свою продукцію. Зрозуміло, да, так. Да. Вы говорили про... Ну, это не окромие домогосподарства будут собирать, а они объединятся в кооператив, и кооператив, которых они объединяют, например, там 5, 10, 15 семейных фирм, они как кооператив будут сдавать на кооператив, а кооператив, в свою очередь, будет сдавать на ДНО, но просто уже лучшего качества. Зрозуміло, на каких умовах можно стать участником этого кооператива? Что должен знать фермер, если он, например, захочет стати членом цього товариства? Ну, для того, чтобы стать членом такого кооператива, во-первых, надо решиться создать семейную ферму. Что такое войти в наш проект по созданию семейной фермы? Это хотеть содержать в хороших условиях или увеличить стадо, которое содержит домохозяйство, минимум до 10 голов. То есть такие условия, что на момент, когда может быть передано оборудование, вот это оборудование, которое как благотворительная помощь передается в рамках проекта семейной ферме потенциальным кандидатам, на этот момент в хозяйстве должно быть 7 как минимум дойных 7 коров. Голов. Да. И желание увеличить до 10. Процедура как бы вхождения в кооператив такова, что надо сначала решиться на реконструкцию семейной фермы, надо стать членом кооператива, то ли уже действующего, то ли вновь созданного, подписать меморандум с проектом, учиться, поскольку для того, чтобы обеспечить качество молока и правильно содержать коров, на самом деле надо проходить серьезное обучение. И в рамках проекта это тоже происходит бесплатно. То есть вот у нас уже было такое первое обучение двухдневное в Днепропетровской области, там, где работает такое учебная ферма на 60 голов, где один из первых, первая семейная ферма создана. Там было такое обучение двухдневное, где принимали участие представители Херсонской области, Днепропетровской, Запорожской. И проходило обучение и реконструкции семейной фермы, качеству молока, и ветеринарии, и кормлению. То есть как, исходя из ну, как бы наших экономических условий, наших природных условий, все-таки с максимальной экономией правильно содержать коров. Чтобы они давали якомога больше надой, я так понимаю. Меньшими, как бы с меньшими экономичными втратами. Да. Ну, я думаю так, что если вже робити, переобладнувати ферму. До речі, ви говорили, що належним чином повинна бути переобладнана і приміщення, ну, ця мініферма. А які там вимоги особливі, напевно, якісь, чи що ви про це відомо? Ну, давайте я немножко розкажу вот непосредственно о том, що предполагає помощь в рамках реконструкції сімейної ферми. Вже потім. Да. Зрозуміло, прошу. Да. Это помощь оборудованням в розмірі 6 тысяч доларів. То есть даются не деньги, передается оборудование. Когда уже семья провела реконструкцию на 10 голов или на 15 или на 20, возможно, есть родственники, родители, дети, может быть, братья, сестры, они объединились и, может быть, решили сделать одну семейную ферму на 30 голов. Тогда это будет оформлено, это может быть одно помещение, но оформлено будет как две семейные фермы, соответственно, помощь будет получена как на две семейные фермы оборудованием. Это очень хорошего качества доильные аппараты, это вентиляция, это электрика, это коврики, это поилки, поскольку корова должна пить всегда, когда она только хочет, а не тогда, когда ведро ей подносят. Поэтому ну вот на такую сумму передается оборудование, когда уже готова реконструкция. Предполагается, что семья должна самостоятельно вложить в реконструкцию. То есть это может быть или помещение переоборудовано, которое есть, если оно подходит для этого, или может быть построено новое помещение. Все сопровождение техническое по реконструкции наш проект проводит. Приезжают специалисты, консультируют, помогают с расчетами, отслеживают все процессы, которые
ну, сложности, которые могут возникнуть во время постройки, поэтому все происходит под таким, ну, техническим контролем, скажем, проекта. Це буде під наглядом, зрозуміло. Да, 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 поэтому. Нові ферми, більша кількість голів і, в принципі, відсутність особливих проблем зі збутом, я так розумію. А які переваги, крім цього, буде мати товаровиробник, якщо він стане учасником цього проекту? І які переваги буде матиме організатор, той, хто, ну, збирає цю всю масу молока від населення. Uh-huh. От що ви можете про це сказати? Ну, можна я немножко со второго вопроса начну, uh-huh. потому что хотілося б озвучити, хто фінансує этот проект, да, ті організації, які вже торкались, так. Да, да. Это Международный благотворительный фонд «Добробут Громад», где я являюсь региональным координатором. Кроме всего, и чтобы вы понимали, вот в «Добробуте Громад», который написал этот проект и, собственно, явился инициатором того, чтобы этот проект был реализован, у нас работает 6 человек. 3 человека – это координаторы, такие, как я, по кооперации. А 3 координатора – это те, которые непосредственно работают с семейными фермерами и будут, ну, занимаются отбором потенциальных кандидатов и технической помощью и сопровождением. Это компания «Данон». Это «Данон Экосистем Фонд», то есть как всякий благотворительный, ну, как всякий социально ответственный бизнес, у компании «Данон» есть благотворительный фонд, через который они оказывают помощь. То есть это не только завод, но это еще и деньги благотворительного фонда. Это еще третий партнер, очень важный, который находится в Днепропетровской области, это сельскохозяйственная дурачья служба, консультативная служба, которая выросла, собственно, из дурачьей службы. СКС с их стороны финансирует, поддерживает проект канадские партнеры СОКДВИ. И есть еще такой интересный партнер, это ОСОК Господар. Это объединение кооперативов. Почему это важно? Потому что в перспективе, ну, во-первых, кроме оборудования, вот, о котором я уже говорила, на семейную ферму, на большинство семейных ферм будут установлены мини-охладители, которые как раз будут переданы через ОСОК «Господарь». Это самое для молочного производства. Да, это эти охладители, которые будут помогать соблюдать качество молока, они не будут переданы в дар, да, как другое оборудование. Они будут на принципе аренды переданы, с тем, что если вдруг возникнут какие-то ситуации, что более выгодно будет переместить охладитель, ну, на другую сімейну фірму, щоб да, там, де більше попит буде, зрозуміло. Да, да. На якому рівні ви співпрацюєте з місцевою обладміністрацією, агродепартаментом, тому що це серйозний проєкт, я так розумію, повинна бути як мінімум координація зі статистикою, де скільки можна зробити таких ферм, прошу. Да. На самом деле, я бы хотела поблагодарить наш департамент АПК, начальника управления Пескун Елену Витальевну и всех, кто занимается и направлением вот молочным, за помощь в этом проекте, потому что они, наверное, самые, наш департамент Николаевский, наверное, самый активный из всех, которые я вот знаю из партнерских. Все, что надо, любая помощь, которая необходима проекту, в сборе информации, в координации проведения мероприятий на местах, в поиске потенциальных кандидатов. То есть все это в любое время, когда угодно. И мы, наверное, в течение недели, несколько раз в неделю, как минимум, с управлением общаемся и вони нам активно дуже допомагають проєкту. Зрозуміло. От у мене питання статистичного характеру. Ви казали, що на Миколаївщині 3 такі підприємства є, які зараз працюють кооперативи. В таких, так, кооперативи. Угу. На Херсонщині 7, якщо я не помиляюся. Навіть більше, ну 7 ті, які які вами керуються. Зрозуміло. А скільки взагалі, на скількох учасників взагалі розрахований цей проєкт? Які, ну, грубо кажучи, його потужність? Скільки ми можемо об'єднати? Вообще в проекте до конца 2016 года, можно сказать, в начале 2017, это уже когда проект будет заканчиваться, будет создано 170 семейных ферм. Поэтому очень бы хотелось, чтобы Николаевская область, в которой пока что еще только одна семейная ферма, которая была в предыдущем проекте создана в Березнеговатском районе, в селе Сергеевка, чтобы таких семейных ферм было больше. –
поскольку вот в рамках предыдущего проекта «Розыток молочарских кооперативов» в Херсонской области было создано 19 семейных ферм. И есть села, где вот 5 семейных ферм. Очень такой интересный пример – село Красное Скадовского района. Ну, как бы понятно, работа в селе сложна. И вот те, кто занимается молочным производством, те семьи, они зачастую даже себе отказывают в бытовых условиях, но создают условия для работы и создают условия для поголовья. Вот на въезде в село Красное есть, ну, такой обычный дом, ничем не примечательный, но рядом выстроена современная ферма семейная и даже со шторками. То есть это, ну, элемент того, что на семейных фермах могут быть установлены шторы, специальные шторы, которые или двухсторонние, или односторонние, тоже в рамках проекта может рассматриваться. Зрозуміло. От я вже ставив це питання, mm-hmm. і от хотілося б, щоб ви звернули на нього увагу. Mm-hmm. От переваги для збирачів молока mm-hmm. і переваги для фермерів. Все ж таки люди, напевне, будуть дивитися і казати, що я з цього буду мати. Mm-hmm. От дійсно, що буде, yeah. будуть вони з цього мати? Ну, для збирачів молока понятно, да? То есть для компании Данон это, ну, в даному случае для компании Данон это молоко лучшего качества. Тобто вони інвестують і вони отримують від населення стабільно продукт, да. гарантованої якості. А, угу. Да, я вот перед тем, как перейти к выгоде угу. для фермеров, я бы хотела немножко вот на качестве остановиться. И я думаю, что Простоквашино, наверное, все знают, что это компания Данон, производится в Кременчуге. Но, может быть, не все из вас знают, телезрители, что молоко, которое производят кооперативы и которое перерабатывает завод Данон, это марка «Веселый пастушок». Поэтому, когда вы будете покупать молоко или сметану, или что-то другое, вы знаете, что это вот это молоко, которое все-таки лучшего качества, чем молоко других производителей. Це, наскільки я знаю, тобто молоко може збиратися в різних місцевостях, але воно просто, це особливості переробки, тобто воно звозиться в одне місце, тут ви казали Кременчук або Херсон. І тобто, не, наскільки я розумію, молоко може бути вироблене не обов'язково в цій місцевості. Це все... молочна логістика. Угу. Гаразд. Тоді вигоди для фермерів. Да, для фермера. За молоко більш лучшого качества будуть платити більшу ціну. Да. Ну, до речі, главна, це проблемний момент. Главная вигода, звісно, це один момент. Тобто стратегія компанії Данон, щоб добитися здачі молока першого сорту від вот, сімейних фірм. Понятно, що і ціна буде, відповідно, вища. В перспективе, я думаю, что все-таки рынок просто такой, знаете, торговли с пола или с лотка на рынках, он все равно прекратится. И все вынуждены будут придерживаться качества. И те, кто как раз уже будут приучены к тому, чтобы выдерживать качество молока, то у них будет больше шансов получать нормальную больше, цену. Да, нормальную цену и более выгодно. Что еще, как бы, какой момент, когда семейная фирма принимает решение, что да, мы будем строиться, готовы в это вложить свои усилия. Да, кроме, вот я еще что не сказала, кроме оборудования, бесплатно передается еще 1-2 нетеля. То есть это... тёлки где-то 5-6 месяцев, которые уже скоро расстелятся, хорошие, ну, то есть хорошая, с хорошей генетикой. Как бы, какое только условие, что первую тёлочку от подаренного нетеля надо передать кому-то из членов кооператива. Вот. Зрозуміло. Наскільки я розумію, це така взаємовигідна виходить справа. От угу. поясніть докладніше, тобто людина, яка хоче стати учасником, вона повинна за власний кошт переобладнати своє... Да, реконструювати. Відповідно до вимог, які будуть куруватися да. цими угу. технічними моментами. Угу. І все молоко, яке повинно збиратися, так розумію, воно йде в кооператив і здається саме на кооператив, так? Чи там є якісь обсяги? Умовно 80%.
то есть где-то примерно 80%, и ну, это будет оговорено договором. Ну, понятно, что в зависимости от того, в каком этапе жизненного цикла корова находится, сколько молока дает. Відповідно, нанутаться вже чисто момент. То есть это уже такие нюансы, поэтому будет возможность и для себя оставлять молоко, может быть, иногда, если молоко не будет достаточно хорошего качества по разным причинам, можно будет тогда сдавать все-таки на другим заводам, потому что, ну, скажем, не секрет, что то молоко, которое Данон не принимает по качеству, его с удовольствием берут все другие заводы. Ну, мы этого не знали. Да, ну, я понимаю. Скажите, будь ласка, чи буваєте ви на цих підприємствах, які вже працюють за цією системою, і що, зрештою, кажуть самі господарі, які зараз вже приєдналися до цього проєкту? На сімейних фермах. Да, на сімейних фермах. Да. Тобто, як вони діляться враженням? У нас не було можливості виїхати подивитися, може ви розкажете? Ну, на самом деле, якщо таке пожелання буде, то ті потенциальные кандидаты, которые изъявят такое желание, могут в рамках проекта можно организовать поездку и съездить в Херсонскую область, например, и поговорить. Там, где они делают уже. Да, совершенно верно. Я совсем недавно, там около месяца назад, как раз в рамках мониторинга, который проводила по кооперативам, по семейным фермам, по тому, как оборудование используется, как фермы содержатся, я ездила. Ну, впечатления самые позитивные. Во-первых, те, кто уже прошел реконструкцию, они просто уже не понимают, как они могли работать по-другому, потому что труд значительно упрощается. Все чище, проще, комфортнее, удобнее, ну, как бы меньше сложностей. Понятно, что в момент реконструкции надо, ну, как бы дополнительные усилия, но когда уже все налажено, тогда все значительно проще и легче, и труд облегчается. Ну, пока нельзя говорить там о разнице в цене, потому что пока что эти семейные фермы, они члены обычных кооперативов, которые сдают молоко по обычным ценам, ну, в рамках всего кооператива. Поэтому у них нет пока привилегированных таких как бы умов. Да, условий по отношению к другим сдатчикам в рамках кооператива. Но когда это будут отдельные кооперативы, то тогда уже, конечно, можно будет говорить о другой цене. Зрозуміло. Якщо у наших глядачів виникнуть запитання, куди треба звертатися, де можна отримати додаткову інформацію, от куди в Миколаєві, якщо у нас наші глядачі з районів будуть нас бачити, куди треба звернутися? Тобто це координується через департаменти, чи це звертатись в Миколаївський якийсь там офіс? Контакти треба. Ну, на самом деле офісу у проекту нет в Николаеве, но я бы хотела показать, если возможно, здесь есть контакты на этой страничке вот по Николаевской области, двух человек, представитель Данона и представитель Добробыт Агромат, Сергей Лосицын и Александр Фролов. Можно обратиться к ним, можно им позвонить и связаться, сказать, что мы находимся в таком-то районе. Но вот что я еще важное не сказала, что все-таки пока те районы, которые подключены к проекту, это Снегиревский, Березнеговацкий, те, которые работали, новые районы – это Баштанский, Жовтневе. Тобто там є інтереси, так розумію. Это территориально, географически, как бы ближе к заводу Данон. То есть я думаю, что может быть, когда сделают дорогу от Баштанки до Нового Буга, ну, дороги – це наша дальше, проблема. То тогда, возможно, можно будет подключать и там в сторону Нового Буга, но пока об этом речь не идет, вот. Тобто, я так розумію, сімейні ферми збирають молоко, а вже транспортування його до переробника – це вже клопіт самого переробника, так? Да, ну от, как бы, сейчас логістика така. У кооперативів, ті, які збирають молоко у людей, у них є оборудовані молочні пункти. Вони оборудовані або частично при допомогою Добробут Агромат, частично оборудовання от данное в аренду от компании «Данон». Рано утром, когда еще совсем темно, там 3-4, когда вот, ну, это уже расповедает процесс. Да, процесс. У каждого кооператива есть молоковозы, или даже несколько молоковозов. Есть кооперативы, которые, ну, чтобы вы понимали, объемы молока, которые собирают кооперативы, это от 500 литров до 12 тонн.
Соответственно, там, где 500 літрів, понятно, там один молоковоз, там, да, где 12 тисяч тонн, ну, летом, понятно, не сейчас, то там и 7, может быть, 6 молоковозов. То есть они разъезжаются в разные стороны, собирают молоко, при этом, поскольку приемщики, они, ну, они отслеживают качество, проверяют, берут необходимые анализы для того, чтобы, ну, уже оно дальше... Сливается молоко в эти общие танкеры. Уже танкеры, да, и приезжает большой молоковоз, и, соответственно, Даноновский, и увозят. Когда будут семейные фермы, наверное, это будет немного по-другому. Это будет, поскольку будут мини-танки установлены на фермах, то молоковоз Данонов будет заходить на фермы и собирать как бы по маршруту, по сімейним фермам. Що ж, дякую вам за таку цікаву розповідь. Шановні глядачі, на цьому час нашої програми вичерпано. Я нагадаю, що ми говорили сьогодні про процес молочного товаровиробництва, а також про те, як в нагоді можуть стати сімейні молочні ферми. Разом зі мною була Людмила Руденко-Кардаш, регіональний координатор Міжнародного благодійного фонду «Добробут громад» в Миколаївській та Херсонській областях. З вами був журналіст Олександр Молодцов. На цьому у мене все. До побачення.